30 тысяч бархатцев, петуний и виол в этом году украсят Архангельск. Подряд уже не первый год берет местный предприниматель, у которого не только свои теплицы, но и авторский метод выращивания. Где увидим буйство красок, расскажет Александр Богданович. Бархатицы, петуньи, лобелии, виолы. Скоро эти саженцы порадуют горожан буйством летних красок. Выращены в теплицах острова Бревенник по авторской технологии Юрия Звиададзе. Предприниматель на протяжении многих лет занимается украшением города. Новая партия цветов к посадке готова. Адаптируется потихонечку, сперва теплое, потом холодное. Вот сейчас вынесли вообще на улицу, чтобы адаптировались к посадке городу, понимаете? Чтобы мы их посадили, и они не погибли. Надеюсь, что мы в городе высадим, и они будут радовать наших горожан. Как всегда, Октябрьский округ лучше всех. Для этого 30 тысяч саженцев. В Октябрьском округе будет обустроено 48 цветников и 56 вазонов. Общая площадь составит 1015 квадратных метров. Погода такая, нас не радует солнышком. Смотришь и, в принципе, конечно, это здорово, когда цветов много в городе. Есть еще маленький момент, чтобы за этими цветами тоже кто-то ухаживал. Они просто так пришли, торкнули, и все, дело сделано. Цветы тоже любят уход. Вот по тех годам, вот на этой клумбе была посажена очень красивая петунья, при том, что красная, синяя и белая, символ нашего флага. Да, было красиво. В этом году высадки тоже не будут хаотичными. Андреевский флаг, знамя победы, георгиевская ленточка. Символы эпох выложат цветами. Такие рассады появятся у памятных мест на набережной. На эти работы из бюджета города выделено 1,5 миллиона рублей. Все под ключ, от всхода рассады до высадки и благоустройства. Мы хотим все-таки видеть свой округ красивый. Тем более это благоустройство, оно тематически поднимает настроение горожан и преображается, соответственно, в летний период. Перед посадкой цветов необходимо подготовить почву. Этим специалисты займутся уже на следующей неделе. Александр Богданович, Ольга Красулина, Регион 29.